Иришка ничего не хочет рассказывать, значит, я буду рассказывать. Короче, вот мы вышли в коридор отеля. И вот смотрите, как он выглядит. То есть это какие-то, знаете, как в этом, в сауне. Это в какой сауне вот такие штуки? Это в хамам. В хамам, в общем. Стилизованные под сауны. Хамамские эти кровати. Или как это? Лежаки. Лежаки. Хамамские. Можно просто водичкой поливать и все. А там, смотрите, вот идут выше следующие этажи. Просто космос. Блин, я в шоке. Серьезно. Космическая станция. Ты понимаешь, что вот эти круги — это фонтаны? Ну, конечно. Я же вижу, что здесь водичка. А как снять? А, уже снимаю. О. Тебе оно идет? А? Да, класс, тебе идет. Оно вообще крутое. Блин, оно даже не под основу, оно просто стоячее. Это вода. Это вода. Пошли, еще покажу тебе одну локацию. Только здесь паузу поставь. Ходимся по винтовой лестнице. Мишка мне хочет что-то показать. Просто видела, что люди брали, например, вот эту, и с ней фотографировались. Ух ты! Я как ангел. А ну давай как ним. Не могу. По-моему, мы вышли в столовую, нет? А смотри, здесь есть план. Вот. Это бизнес-центр, и нам туда не нужно. Здесь анимация. Потом еще какой-то шопс. В смысле, магазин? Магазины? Ну, знаешь, ступеньки немножко опасны, если идти с камерой. Я смотрю, люди уже хомячат. Хомячат? Но ты не будешь хомячить. Кто? Красота. Да. Красота. Мы приехали. Смотри, здесь еще одна локация. Я же говорю, тут магазины. Смотри, шопс. Вот они, закрытые. Видишь, какая это нафиг Турция? Никакая. Смотрите, как здесь круто. Вот. И даже магазины есть. Магазины в отеле. Вы это видели? Смотри, тут продают какие-то шмотки, кожа и меха, наверное, да? Пойдем поедим супчик, пожалуйста. Да сейчас пойдем, да, подсажу. Ой, тогда сама. Нет, пойдем вместе. У тебя лицо? Ты знаешь, у меня сейчас лицо какое-то. Я боюсь сидеть. Я боюсь. В общем, нашли здесь какие-то кресла. Они неудобные, честно говоря. У меня попа болит. И они еще. Они еще и качаются. То есть. Вот. Смотрите, здесь фонтан. Просто вот такой крутой фонтан. Шарики, фонтан. Мне все домой хочется. Мне хочется в таком стиле сделать дом частный. Ой, смотри, там Пикачу. Мы обязательно должны купить Пикачу. Но вот так на видео очень красиво получилось. Мы нашли магазин с покемонами. Ой, тут не только Пикачу, тут еще какие-то куча всяких покемонов. А сколько? А какая здесь цена? Я не вижу.
это магазин детских игрушек. Ты уже ребенка себе завела? Да? Я бачу. А где же здесь? Слушай, я теперь очень хочу увидеть внутренний бассейн, потому что я даже представить себе не могу, какой он. А ты видела его? Ты сейчас сидишь как мальчишка? Серьезно, это я так всегда сижу. И штаны мои одела, Ирочка. Еще один житель отеля. Знаешь, ветерок здесь не маленький. Вот он. А отель уже не светится. Почему? Значит, время уже прошло. Серьезно? Ну, может быть, людям спать не надо. Не экономят, мешать. Может быть. Не, до определенного времени просто. Какая красивая посылка. Сонечка, уже же... Да, я думаю, что они до 12 его подсвечу. А уже 12, да? Да. Интересно. Видишь, здесь территория небольшая, но, честно говоря, достаточно. Да, она лучше, чем я себе представляла. Бассейн шикарный, я тебе скажу. Просто не передать. Все, я лежу. Бассейн в виде спиннера. До побачення, Киев. Я буду здесь жить. Как этот кот. Слушай, мне так нравится вот эта водичка, как искрится. Причем на камере этого не видно. Ну, то есть видно, но не так красиво, как она натурель. И ветерок хороший, кстати. Мне кажется, будет дождь. Оно будет переливаться разными цветами. Жаль, что подсветка выключена. Ну, потому что уже ночь. Мне показалось, что автобус улыбался. Я не знаю, что это за дерево, но что это за дерево. На видео даже не видно его вот эти размеры. А, ну сейчас его будет. Просто видно, огромное. Не представляете, как. Оно, знаете, как в фильме про великанов каких-то. Что, такое типа... нежное на ощупь. Я не понимаю, оно что нежное, это. Нежное, осторожно. Оху. Нежное, вот так. Так вот... его же так рвет это. Ага, ведь. Я надеюсь, что это не люди. Это, конечно, не люди. Это, конечно, люди, я бы сказала. Оно такое нежное, Соня, на улице. Слушай, оно такое высокое, просто реально гигантское оно. Мне кажется, рядом с ним, что мы, знаешь, люди лилипуты, а есть еще люди-великаны. Ну, вернее... Здесь столько моментов шикарных, скажи. Да, мне бы хотелось сходить к морю. Ну, смотри, люди ходят к морю и не боятся. Это мы трусихи, мы пока что не привыкли. Мы боимся. Это наш номер. Круто? Так. Это просто умывальник, зеркало. Фен. Вот еще одно зеркало. Зеркало, шкаф. Но это мы уже снимали. Блин, неудобно. Вот так покажу. Вот одно зеркало. Второе зеркало. Раковина на столике. То есть почти в комнате. Вот видите, стол, раковина, телевизор. Ну это зеркало, телевизор. Это что-то новое в нашем понимании. Потому что вы таких телевизоров еще никогда не видели. Ну все, Ирочка, давай вставай. Любовь Ягущина написала нам хорошего отдыха, девочки. Спасибо. Я так написала, спасибо. И вот так обои идеально выглядят, да? А ты видела, показывай. Вот наша стеночка. Хочется дома сделать такой интерьер. Та-дам. А ты уже обуваешься, да? Ого. Че? Очень красивый номер. Нам очень повезло с видом из балкона, потому что здесь есть намного хуже вид.
Есть вид на детскую, на гольф-площадку. Вид на гольф-площадку, а у нас вид на бассейн. Таких фотографий уже море у меня. А вот эта подушка, которая скомканная. Короче, здесь и днем классно, и вечером. Вот. Смотрите, такой видок. Может, там не будет видно? Засвечено все. Вот так. Опа. В общем, мы сейчас пойдем. Покажу вам реку и кораблики. Мы вчера вечером приехали. Я даже не знала, где здесь река и где. Ну, Ира мне говорила, что здесь есть река. Но я не знала, потому что было темно и не было видно ничего. Идем, Сонечка. Из этого. И сейчас мы покажем вам, как это выглядит. Шикарно, скажи. Мы вам покажем. Да.
сегодня ленивцы и поедем на море на автобусе. Поедем на море на машинке. Мы как только приехали, ходили пешком и думали, зачем люди ездят на машинке. Там идти буквально 5 минут. А потом мы один разочек проехались, и нам очень понравилось. Поэтому мы сейчас тоже поедем. Уже люди собрались. Здесь красивые горы. И самое главное, ехать на машинке, это садиться в конце. Но я вижу, что наши места уже заняты. И нам придется ждать вторую машинку. Как-то мы протупили и не сели. Вот она стоит. И там уже сидит чувак. На наших местах. О, приехала еще одна. Сейчас мы пойдем сюда. На нее. Ишка, занимай места. Ишка, занимай. Это наши места. Я понимаю, что заняли наши. Почему? Все. Люди не умеют стоять в очереди. Нет, мы хотим дальше. Вот мы счастливы. Едем. Ой, страшно. Она едет довольно быстро. Нужно держаться. Снимай. Какая, я тебя не вижу. А мы не хотим сюда. Да. Это просто для нас как аттракцион какой-то. Так давай посмотрим. Еще хочу. Вот бы на такой машинке поехать. Нам просто надо кататься на такой машинке. Приехать бы на такой машинке в этот супермаркет. А мы пойдем на наши места любимые. Это которые вчера были, да? Давай посмотрим, что там связи. Приехали на пляж. О, Сонечка, смотри, где лежечки. Хочешь, давай поваляйся, я тебя поснимаю. Трава мокрая, пум. Я как знаешь, в болото вступи. Я не могу к тебе пойти. А можешь ты где-то здесь лечь? Нет, не ко мне. Не могу. Я не могу. Ишка, ну пойдем. Я не могу идти в это болото. Не могу. Понимаешь, я понимаю, что она просто... Ишка, смотри, я понимаю, что трава просто полита, но у меня такое чувство, что я зашла в болото, понимаешь, что осина. А мы водичку возьмем, пошли водичку. Вон кошка. Я хочу на наше спокойное место, там можно поснимать. Там и лежаки могут быть. Тут не так, а тут люди уже собираются. А тут нет спанки. Куда пойдем?
Да, наши места. Олеги приезжают, занимаются вот этими. Свет не вижу, так. Но пришли на морку. И сегодня более-менее спокойно. Иришка пошла купаться. Я рассказала Соне, что здесь есть акулы. Но на самом деле мы в Турции, их здесь нет. Но теперь она думает, что они здесь есть. Мы с Сонечкой живем в отеле, у которого есть свой пляж с гамаками, с лежаками. Где-то вон там через один. А мы с ней предпочитаем приходить вот в такие пустынные более-менее места, где свободный пляж, смотри, корабль сидеть и наслаждаться морем, ну и купаться. Завалило горизонт. Ты птичку видишь? Посмотри. А где какая она? Камера, мотор. Да я уже ее поснимала со всех ракурсов. Дай мне, пожалуйста, она от мочки убегает. Слышь, ты, я уже ее поснимала. От мочки убегает, она немножко мочит, и она убегает. Мне надо с того ракурса. Гранаты растут.
как это дерево называется? Не знаешь, как его хочется назвать? Банановое дерево. А, да. Ну, это не такое вещь. Ну, я не знаю почему. Мне кажется, оно вообще никак не связано с бананами. Ой, а что-то висит. По-моему, то бан... Что-то. Интересно, здесь же можно тоже заходить. Зачем мне пытаюсь обойти? Лишка, ты бачишь? Так это же и есть бананы. Слушай, я угадала. Ты угадала, это банановое дерево. Я угадала. Как ты могла угадать? Не знаю, мне хотелось его бананом назвать с первого же дня. Сонечка, как я его увидела. Как ты могла у угадать? У меня растут бананы. Это банановое дерево. Боже, я в шоке. Я ты знаешь, так, когда ладно, в жизни я пошла сюда, а не ты... видела банановых деревьев. Но, видимо, я как-то понимала, что... Смотри. А что это на нем? Как будто перец. Цветок. Маленькие бананчики. Я не знала, что они такие огромные, эти бананы. Сейчас Ирочка будет спускаться по с горки. А я боюсь горок. После того, как мы ездили в Египет с аквапарком, там были очень небезопасные горки. Поэтому я их боюсь. Ни на горку я не полезу. Нет, копай! Копай! Снимай, давай! Да, мне нравится, что они меняют подсветку. Мне нравится, хотя первые два дня, мне кажется, она была одинаковая. И мне так кажется, но... А сейчас? Вот это вообще очень красиво. Она такая... Видео не передает вот этот розовый цвет, он делает его белым. Да, да. Ну, нет, слегка видно на видео. Слегка, но не так. Потом сбросим, может быть, по-другому будет. Мы сейчас сделаем еще на квадрику. Блин, это так красиво. Не могу. Видеть, понимаешь, нужно приезжать и смотреть на это своими глазами. Потому что это нельзя передать. Отправим своих мамочек сюда. Это наша мечта. Да, это наша мечта. Пишка, помахай ручкой. Я здесь. Устала. Как люди этот шопинг выдерживают? Мы с тобой 3 часа уже кое-кто тю-тю. Чем это с дорогой? Так это с дорогой 3 часа. И кое-кто уже. А что такое с дорогой?
здоровые? Ну, здоровые. Здоровые. Нет, говорю, ехали. Короче, это называется дубль 2. Мы вчера ходили по магазинам и пришли сегодня. И купили зимнюю куртку. А мне вчера сегодня. А тебе что купили? Мне штанишки купили. Вчера осенние. А сегодня мне купили штанишки и свитер. Да. И штанишки нашла я, и свитер нашла я. Вот так. Да, Ирочка? Да ладно, и штанишки ты, и свитер ты? Да. Я нашла О, тебе Боже. Штанишки и свитер. Да ты мой шопинговый ангел-хранитель. Я нахожу идеального размера просто. А Ишка нашла мне курточку зимнюю, потому что у меня нет нормальной зимней куртки. Да, но здесь не было других нормальных зимних курток, то есть одна единственная, которую можно. О, привет, это я. Мы устали, сели посидеть. А сейчас уже пойдем в продуктовый магазин и пойдем домой. Да? Да. Ну, пойдем. Мы зашли в меню. Да? Я хочу гранат. Без косточек. Рыжка. Единственное, что кепку мы мне не купили. Я очень хотела себе кепку новенькую. А кепку? Да. Мы даже как-то не мерили. Ну, я мерила там парочку в этом H&M. Но они были никакущие. А, да? Ты мерила без меня? Я не видела. Ну, ты ж бегала. Осторожно, спись. Поехали. Короче, мы зашли в Коллинз, и он нам совсем не понравился, хотя он дешевле, чем у нас. Самое нормальное мне понравилось H&M, хотя и, да и, как его? Вайкики тоже понравилось. Да, Вайкики очень неплохо мази, но у нас он тоже есть. Гадзе, да? Мана, да. Где остановки вообще? Да ну, мы вчера то же самое ездили, видели свой автобус, тормознули, он остановился, мы зашли. Свой, вы знали свой номер, да? У нас двойка. А вы куда? Нет, мы ехали десятка. На десятку. И мы десятка. Так, мы ехали сейчас, когда мы пересели на десятку, с этого, с Кумхой. Это не с Кумхой? Нет, не с Кумхой. Но нам обратно идет десятка. А у них по-русски элементарно. Там проблем нету. Вы заходите, говорите название своего отеля. Вот зашли в автобус и сразу ему говорите. У нас, например, как его? Дождевые Босфорус. Тучи. Мы заходим, говорим Босфорус. Он говорит Босфорус. Все, и понятно. Он вам остановит, где надо. Угу. Мы в прошлый раз просто поймали его на дороге. Ну, туда ехать или туда? Или в одну сторону? Нам в ту сторону ехать. А, может быть, и туда нам ехать. Нет, я думаю, что в ту сторону ехать. Потому что когда мы ехали на стол, автобусы. Мы ехали вот так, круг, потом да? вот так, и он отсюда идет обратно. Короче, заходим, называем название отеля, и он говорит, окей. Если это да? ваш, он точно скажет окей. да. Окей, спасибо. И привезет, еще и крикнет, что это окей. такое. Окей, спасибо большое, спасибо. Ирочка, ты все, поработала? Поработала. HR-ма. HR Dance. HR Dance. MM Dance. Ирочка называет этот магазин HR Dance. HR Dance, потому что она HR. Смотри, как красиво солнце падает. А еще я нашла дождевые тучи. Ты видишь? Вот они над нами, дождевые тучи. Черные. Я так устала, что у меня нет желания вообще ничего делать. Я уже домой хочу. Кис-кис-кис. Олечка, это же нельзя делать. Санечка, может быть, в этой стране и можно, но может быть и нельзя. Да, вот так.
ничего такого не набрали.